Ну а чтобы получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводите промокод STR777 и получайте халяву в виде 35% к пополнению на свой депозит. Условно решили пополнить сюда 1000 рублей, вводите промокод, халявно получаете 350 рублей. Приятненького вам просмотра. Ну просили, давно просили вы сделать сравнение рулетки и кейсов на различных сайтах. Здорово, бродяги, Стрейбер на связи. Я нахожусь на сайте CSGO Run, вы просили CSGO Run, CSGO Fail, который я тоже обязательно запишу. Пожалуйста, получайте видосик на базе, на ваших экранах. Надеюсь, это достойно лайка, и вы прожмете лайкосик, потому что сегодня будем творить что-нибудь интересное и что-нибудь хорошенькое. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что на обоих сайтах получится у меня окупиться. Так, CSGO Run, у нас обновление, краш, дабл, джекпот, ройл, ран, матчи, кейсы, кейсы, даже новые кейсы добавили. Давай попробуем просто тест ради, бонусный депозит с вами попробуем открыть. Вот если бы дальше чуть прокатилось до старта картеля, было бы хорошо продать все. Так, секунду, звук мы отключили, и ровно 5 баксов у нас здесь. Крашек. Опасная штука, но почему бы и нет? Возможно, возможно, можно сделать, почему бы и нет. Так, маркет, давай-ка мы сразу по одному баксу делаем скинов. Что-то тут так все изменили. Максимальная цена $1. Мы ставим 1, 2, 3, и вот здесь поставим 0.5. 1, 2, 3, 4. Вот так вот. Подтвердить. Отдаем 2, получаем 3. Это как? Так, вы успешно поменяли предмет на сумму $2, возвращено 2, 9, 7. Так, подожди. Маркет. 1, 2, 3, 4. А давай по 0.5 на туре играть. Почему нет? Подтвердить обмен. 0.47. И еще. О, он еще и комиссию берет, что ли, за покупку. Получается 3 этих, да? Тогда сделаем 0.47. Вот так. Чпоньк. Отлично. Все, мы все перевели скины. Ну и я предлагаю что, сыграть в дабл-рулетку? Почему бы и да, как говорится. Поставим с вами сразу $1.50 на... Давай на... Сейчас что у нас? Фиолка? Сейчас у нас голубенькая получилась, да? Давай-ка мы также продаблим на голубенькую. $1.50 у нас залетает. Таймер идет 3 секундочки. Второй сайт будет у нас сайт MyCSGO. Ребята, я вам еще расскажу. Не помню, говорил или не говорил. Ну, остановись! Собачка ты сутулая, просто 1.5 бача у меня сейчас хава, ладно, окей, бакс, также на синьку, нужно возвращать то, что я сейчас потратил, нужно возвращать однозначно. Вот, на втором сайте, на MyCSGO тоже закину, здесь получилось у меня, получается, 5.5 баксов, с учетом комиссии и прочего, 700 рублей, плюс-минус 7 соток тоже так же сюда закину. Надеюсь, ты рофлишь, блядь? Не, ну ты рофлишь, скажи, пожалуйста, вот, ну как? Как так, ты второй раз выдаешь? Этого не может быть, чтобы он... Ой, я дебил, я все закинул, я только что увидел, что я закинул все. Ой, хорошо. Остановись, блядь! Идиотизм, это просто идиотизм. Смотри, что он дает. Он просто дал 5 подряд голубых и 3 подряд в синьке. Блядь, я так про... Ну ладно, но тем не менее, я... Короче, погнали на второй сайт. Я на сайте MyCSGO, у меня какие-то были проблемы с пополнением. Моя карта сначала заблокировалась благополучно за какую-то непонятную транзакцию, потому что на сайте CSGO Run мне надо было там брать отдельную карту, вставлять, отправлять, и 2 раза у меня не получалось, и короче, за транзакции временно заблокировали, пришлось звонить оператору и подтверждать, точнее банку. 7 соток, ребята, есть, я тут, ну, как бы что, я надеюсь, что это не будет как сайта MyCSGO, ой, CSGO Run, где я просто возьмусь, я потерял смысл этого слова, возьмусь, сольюсь максимально быстро. Вот этого я не хочу, на самом деле, максимально не хочу. Сейчас я задепал сюда с промиком, ребята, на сайте MyCSGO 35%, который называется STR777. Итого у меня получилось вот 700 рублей там с копейками. Этот промокод также можете использовать вы. Ваша задача просто ввести в поле промокод эти 3 буквы, 3 цифры и получить халяву в виде 35%. Для вас промокод над моей головой в описании под этим видео вместе с ссылкой на обои сайта, на которых я сейчас с вами непосредственно играю и показываю вам вот этот великолепный контент. Залетает нам Франклин 157 плюс 30 рублей. Конечно, хочется окупа посерьезней. Вот по типу вот плюс x2 делать от открытия. О, кавалерия. 598 рублей, 670. Косарь плюс на базе. Косарь плюс на базе, почти x2. Косарь 200 точнее. Не почти, а получается я сделал x2 от своего депозита уже. Это, конечно же, приветствуется. Кстати, неплохой кейс, я скажу. Что это за кейс, как называется? Чуть даже не обратил внимания, просто на ценник посмотрел. Роберт Маск, ну классика. Классика. Вот эти кейсы, кстати, по 10-12 рублей, они дают очень хорошо. 84 мы покидаем и идем в кейс бомжа. Почему-то кейс бомжа в последнее время, как по мне, дает что-то типа около... Это что за скин такой гипнотический? А, все, я понял, просто черный стал. Нормально. Плюс косарь. Слушай.
давай, чтобы я не расстраивался из-за CSGO раны здесь, меня купи, пожалуйста, принцесса пустоши, пустоши. А синьку не убрали за 500? Не убрали за 500, синька на базе, вот она стоит. Но принцесса пустоши нас, к сожалению, не окупает. И сейчас нас тоже, к сожалению, не окупает, минус 150 рублей. Но мы что, да смысл расстраиваться, у меня уже плюс косарь на балике лежит, это уже хорошо. Сейчас давай рублей 700 мне просто высади, давай. Сейчас 300, а нет, 220 тоже не окупает. Давай, вот сейчас 300 с копейками даешь, ну почти, 170, ладно, на 100, на 130 рублей я ошибся. Подожди, братишка, не торопись сливать, у меня как бы уже минус косарь получается. Что-нибудь ты дай, ты вот сейчас меня даже окупил, не окупил даже, на 20 рублей меня слил. Что-нибудь бы, ну ладно, я тебя понял. Надо было с 1500 рублей идти просто в... Куда? Правильно, в волын-кейсы какие-нибудь. В майнинг-кейсы, точнее. Давай попробуем обычным способом. Слушай, может, фаст-способ плохо работает или что, я не понимаю. Ну-ка, скажи-ка мне, пожалуйста. Может быть, дело в фаст... Сюда. Гипнотический. 1200. А вот сейчас, пожалуй, я не допущу ошибку и, с вашего позволения, пойду вот в этот кейсик. Майнинг-кейс Азимов. Потому что этот кейс, ну, для лоу-баланса. Вы, наверное, всегда видите, когда я депаю 500 тысяч рублей, я всегда залетаю в этот кейс. Ну, потому что вот же я про что и говорю. P90 Азимов за 700 рублей. Пожалуйста, 2000 рублей на балансе. Угу. Нормально. Вполне хорошо. Ебать! Ебать, извиняюсь, я говорил, что я не буду материться, но это просто разнос. Походу нужно открывать, ребята, обычным способом, а не фаст. CSGO меня не перестает удивлять. Я никогда не понимаю его. Блин, ты депаешь сюда 50-100 тысяч, он тебе дает окуп плюс 10. Или вообще тебя сливает. Ты депаешь 500 или 1000 рублей, он тебя окупает просто в x10. Ну как это возможно? Почему не окупает в x10 с депом в 100 тысяч рублей? Или с депом в 50 тысяч рублей? CSGO, объясни мне, пожалуйста, вот эту суть. Я никак не могу этого понять. Блин, ну почему так происходит? 1600, ребята, на балике. Я предлагаю, что... Ну, авик по-любому подвывал, десятка. Просто сделать x20 от своего депозита. Я считаю, что это... Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо. 1600 есть. На 1600 мы откроем вот этот аквамарин... Аквариум кейсик. Тут такие более-менее синенькие скинчики собраны. И элитный гипнотический, в принципе, косарь. Но это нас не окупает. И мы его, конечно же, продаем. И открываем еще раз фастом. Панель управления. Сколько стоит рублей? 600-648. 648 рублей у меня остается на балансе. И три раза открываю кейс Барби. Ну, я как бы, ну, без всяких там подтекстов, ну, вы поняли, короче, да, не суть важна. 400 рублей и 400 рублей мы тратим на 5 открытий данного, точнее, кейса. Директива, ну, это все, это слив, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, вот так вот мы делаем, иду тебя искать. Нам залетает 220 и 255 рублей, мы тратим на NFT 3 раза. Что-нибудь дашь? Ну, всякое может быть, может дать хорошо. Все, я тебя понял. Короче, ребятки, ну вот этот авик, ну это по-любому подвывод, я никуда его продавать точно не буду, 9,5 тысяч, сделать x10, x20, точнее, своего результата от своего депозита, это очень хорошо. Но и по классике, по традиции, перед тем, как я заканчиваю, напоминаю про промокод STR777, который работает только на одном из самых, даже на самом лучшем сайте для лоу-балансов, и не только для лоу-балансов, это сайт MyCSGO. Депайте сюда сумму, прежде чем депать, вводите промокод в поле промокод STR777, получаете халяву в виде 35% на свой депозит. Я с вами не прощаюсь, на экране 4 ролика. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, и переходите на один из них и продолжайте просмотр моего контента.